Что делать, если ваша клавиатура или мышь продолжает светиться после выключения компьютера? Вот смотрите, как у меня сейчас компьютер выключен, но мышка продолжает светиться. В моем примере используется материнская плата Asus. Данная инструкция будет подходить для пользователей материнской платы Asus. Итак, поехали. Для того, чтобы отключить светящуюся клавиатуру или мышь на выключенном компьютере, нам необходимо зайти в BIOS. Для этого я сейчас включаю компьютер. Нажимаю клавишу Del. Итак, мы попали в BIOS. Теперь нам необходимо зайти в расширенные настройки. Если у вас английская версия, вы переходите на русский язык и заходите в расширенные настройки. Можно нажать клавишу F7 или мышкой щелкнуть на Advanced Mode. Теперь мы переходим в раздел «Дополнительно». И нас интересует раздел «Конфигурация встроенных устройств». И теперь мы выключаем функцию «Зарядка устройств USB» в режиме S5. Если она у вас включена, вы можете оставлять свои USB-устройства на зарядке даже при выключенном компьютере. Но я не пользуюсь данной функцией, мне она не нужна, и я хочу, чтобы у меня все выключалось. Для этого я нажимаю «Отключить», нажимаю клавишу F10, это «Сохранить настройки». Здесь я нажимаю «Ок». Перезагружаемся. Сейчас я выключу компьютер обычным способом и продемонстрирую вам то, что мы успешно отключили светящуюся мышь или клавиатуру. Так, отлично. Теперь я здесь нажимаю завершение работы. Переворачиваю мышь. Как мы видим, теперь при выключенном компьютере мышка наша не светится. Надеюсь, урок был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.